Да, какой-то там животный мир. Вон там отбились от стада дыми. Нам можно ее не забрать. На ней доехать. Ты можешь седлать эту белую, а я там пятнистую. Козы. Загрузим рюкзак. Ой, да. В общем, друзья, подниматься оказалось сложнее, чем спускаться. Ну как спускаться? Здесь такой маленький спуск. Когда такой большой спуск, бывает очень сложно. Но здесь же такой он небольшой, видите? Вот этот серпантин идет. Вот, но когда оттуда поднимаешься, намного сложнее. Ну, в принципе, сложнее еще потому, что у нас сейчас рюкзаки забиты. В ту сторону шли пустые. Вот. Ага. Так, сейчас посмотрим, что у нас. А, это уже место с этим карьером, где. Точно, может, отсюда дошли. Так, машины, кажется, едет. Да, машина. Так, вправо. Да, передохнем сейчас там. Это что такое у нас? Так, давай вот здесь передохнем. Вот там, где... Щебница. Да, щебница, только туда не подходи. Можно курицу словить там. Здесь много чего можно словить. Вот. О! Так. Там вон какие-то зайцы, что ли, носятся. Какой-то там зверь пронесся, маленький, небольшой. Я видел, или кролик был это, или заяц. Но так как мы здесь видели уже зайцев, или тех же кроликов на Канарах, я так думаю, что-то из этих. Ой. Трубокос. Коты у них, это собачки. А, держи-ка эту штуку. Собачки, козы, куры. Хорошо, да. Куры, дяди приносят. Да. Козы, молоко, там сыр они свой делают. Коты, мышей приносят. Коты, да? Собаки, людей. Там целое хозяйство у него. Да. Вон, смотри, сколько там много их. Да. Видишь, там выше черные, там за домами, видишь? За домами, ну да. Вот с правой стороны. Немножко справа, да. А вот там вот слева. А еще там? А, точно. Там куча черных вот этих ходит. Да. Это все козы будут. Да, куча их там. Да. У него или у них. Целое хозяйство там, у них ферма какая-то. Может, они туда же делают сыр этот. Сыр? Вставляют. Может быть, кстати. Козий сыр, да, местный этот. Как он назывался? Хурахеха или... Махарера, что-то такое, да. Вот. Мне понравился сыр, который мы когда ехали на этом, на рынке, в этом Санта-Крузе, дала мне кусок сыра. Очень вкусно он был. А вот этот махарера, который их, который все говорят, что его надо попробовать, козий сыр, что-то мне вообще не понравилось. Да, мне тоже не понравилось. Это на любителя. Ну да, на любителя. Ой! Вот Канарские острова у нас, друзья. Сейчас идем с города в этот, в нашу деревню. Она там у нас. Город вон он лежит. Так, тут прекратили работу. Сегодня шла конкретная работа. Вот, но уже все. На сегодня рабочий день, я так понимаю, испанский закончился. Вообще эти испанцы так трудиться. Если по времени брать, не очень-то любят. Не. В отличие от китайцев, которые в любом месте этого земного шара постоянно пашут.
Поэтому, в принципе, у них и этот, как сказать, и доход ведет. Даже здесь, когда все магазины были закрыты, на карнавалах этих, здесь на Канарских островах карнавалы проходили. Вот, работали единственные магазины, это были китайские. И днем, и ночью, то есть им все равно было, карнавал, не карнавал. Главное, что доход идет. Тем более такой огромный доход. То, что, в принципе, человек, который хочет, скажем так, делать бизнес, не упустит, конечно. И вот китайцы его не упускают. Такие вот дела. Такая вот красота здесь. Это у нас Красная гора называется впереди, да? А вон там Эль-Медано. Там Эль-Медано. Это где... Небольшой какой-то городочек. Тут рядом с морем. Где пляжи. Там мы не были, еще надо будет. Да, Всевышний, посмотреть, что там, побывать. Очень здесь так хорошо. Атмосфера. Воздух хорош. Что надо идти. Да, давай воды попьем и поконим. Так. Что, готов? Так, давай я тогда пока выключаюсь. Друзья, сейчас натянем наши рюкзаки. Вот. У меня тот же самый рюкзак, который обычно я всегда таскаю. Но в данный момент он очень сильно забитый, очень тяжелый. Вот сейчас нам надо до деревни нашей дойти. Пока все, сейчас я продолжу репортаж. Смотрите, Отзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.